Талантливые ребята с активной жизненной позицией собрались в театральном сквере. День молодежи – это праздник, который объединяет молодое поколение, регионы, народы и семьи нашей страны. В этот раз он стал настоящим семейным праздником. Молодость – это, пожалуй, самый прекрасный, самый романтический период в жизни каждого человека. Это период, когда каждый из нас ставит перед собой самые смелые, самые амбициозные цели. Молодежь нашего города – активно принимает участие в общественной, в культурной, в спортивной жизни нашего города. Молодых саровчан наградили за активное участие в социально значимых проектах города. Молодежь – это будущий ресурс страны, цемент, который связывает всю страну и формирует единое культурное пространство для разных народов. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы есть у города, у страны, за то, что вы дарите свою энергию, свои инициативы горожанам и делаете жизнь города радостнее, веселее. Перед зрителями выступили вокальный ансамбль школы-студии «Дива», а также школа танцев Анны Козловской. Организаторы уделили особенное внимание волонтерам, которые не жалеют своего времени для помощи другим. Это люди, которые свои силы, свое время, свою энергию, эмоции отдают других, для которых не существует ни чужой боли, ни чужой беды, которые готовы в любую секунду прийти на помощь тому, кому это потребуется. Среди прочих были награждены активисты клуба молодых семей и объединенных советов студентов, организаторы волонтерских сообществ, люди, оказывающие помощь детям с ограниченными возможностями, а также члены кинологических объединений и молодежных объединений студентов-медиков. Главное не бояться, главное знать, что ты хочешь в жизни, не откладывать все на последние моменты своего там существования, как так можно сказать. Просто жить здесь и сейчас, делать все то, что нужно, брать от жизни все и стремиться только вперед. Не слушать никого, не обращать никакого внимания ни на какие проблемные точки своей жизни. Быть активным, позитивным, принимать участие в различных мероприятиях. Номинантов выдвигали общественные молодежные объединения и организации. В последние годы все чаще стали награждать молодых людей, которые получали гранты на реализацию своего социального проекта. Например, от фонда президентских грантов. Таким образом, городская молодежь получает поддержку как на муниципальном, так и на федеральном уровне. Они все в самородке, они все действительно активные ребята, которые в течение не только вот последнего года, а там уже многих лет занимаются общественной деятельностью и там в ущерб там, своему личному времени, в ущерб там, ну, может быть, учебы до какой-то степени там, или семье, они вот продвигают общественную инициативу. То есть они все достойны, они все хороши. Получить награду за активную жизненную позицию и вклад в развитие города может тот, кто молод сердцем и горит желанием сделать окружающий мир лучше. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24.